душевно, в то же время весело и зажигательно. Друзья, знакомые, семья, коллеги, поклонники творчества и, конечно же, те, кто снимался в клипе в Йорк-пабе «Аншлаг». Музыкант Александр Крицкий, автор и композитор, впервые это глобально выставил на всеобщее обозрение свое творчество. Хотя его первый и пока единственный альбом был создан около 10 лет назад. В 2013-м пришло его время. Больше 10 песен, весь творческий арсенал молодого музыканта был представлен в этот вечер публике. О любви, о Боге, о борьбе и признании, о смысле жизни, о вечном. Александр общался, рассказывал о себе, о своем поиске и предназначении. Главное знать, что в тебя верят, главное найти свой путь, чувствовать поддержку семьи и друзей. У Александра поддержка действительно есть. Десятки человек, можно сказать, на голом энтузиазме поддержали идею создания клипа на одну из композиций. Игре непрофессиональных актеров позавидовали бы многие звезды. С сентября месяца команда энтузиастов объединилась и работала над съемками нового музыкального фильма «Пилигрим» в поисках ответов. Все основные события проходят в нетипичном для Беларуси природном ландшафте – пустыне. В результате долгих поисков и согласований было принято решение снимать в песчаном карьере. Главный герой – это человек средних лет, некий собирательный образ и характер, в жизни которого в определенный момент наступает полоса испытаний. Сама ситуация, в которой оказался герой, условно вымышленная. Он видит себя как бы со стороны, во сне, в состоянии некой виртуальности. Именно так, наблюдая за собой, герой начинает свой путь. Его задача – выжить, преодолеть все испытания, найти ответы на извечные вопросы смысла жизни и призвания человека. Главную роль странника на современный манер исполнил непосредственно сам автор-исполнитель песни Александр Крицкий. По словам самого Александра, для него было полной неожиданностью, что идея клипа, возникшая в узком кругу, нашла свой отклик и неподдельный интерес среди большого количества друзей и знакомых, принявших участие в съемках. Отдельную благодарность он выразил всем участникам проекта – Светлане Братковской, Светлане Гребневой, Алексею Сусько, Артуру Кучинскому за воплощение ярких художественных образов, а также Татьяне Быковой за огромный объем проделанной работы по подбору актеров. А Сергей Гороевский, режиссер и оператор, сквозь объектив видеокамеры не только уловил смысл и настроение автора песни, но и внес свои яркие художественные нотки. Кстати, это не первая работа Сергея, которую он представляет зрителю. Документальный фильм «Сны» был презентован в прошлом году. Есть еще работа, кстати, совместная с Александром Крицким над клипом «Забытые мечты». Ребята говорят, что есть еще идеи и задумки. И еще один немаловажный факт. Весь вечер прошел под знаком фонда «Объединяя сердца». И Сергей, и Александр тесно сотрудничают с фондом, который уже полтора года приходит на помощь детям, которые в ней нуждаются. Парни признались, что заряжаются позитивной энергией, общаясь с неравнодушными людьми. С такими, например, как руководитель «Объединяя сердца» Светлана Борисейко. В планах очередной творческий симбиоз. Какой именно, мы сможем узнать в самое ближайшее время.